Транспорт скоро будет. Не трогай сиденье, так мне нравится больше. Спасибо. No me hago rico, cuida de mi familia, Señor, yo te lo suplico. Ave María, bendíceme pa' ganar. Ave María, que descansen los que no están. Ave María, bendíceme pa' ganar. Ave María, que descansen los que no están. Que Dios nos guarde, baby, de los sentidos. Hay mucha gente por ahí, cuidado, son peligrosos. Que Dios nos guarde, baby. История, то все, но ничто не сравнится с иранским жатовым.
Проклятый форт. Похоже, тут лет 100 никого не было. Эй! Максимас Матанцас! Талия! Кто-то тут точно был. Может, оставили записку? Они указывали путь другим. Клара, Максимас Матанцас и правда были в форте. Здесь явно стреляли, и повсюду горы мусора. Узнаю их. Выяснишь, куда они ушли? Си. Отследить их несложно. В этом-то и проблема. Рапидо, Дани. Они пытались использовать это? Ха, идиоты. Супер. Gracias, gracias. Viva libertad. Пустяки. Gracias, Saluba.
Зинга. Я знаю эту песню. Клара, я нашла Максимас Матансас, но солдаты Кастильо меня обошли. И, похоже, решили порезвиться, прежде чем звать подкрепление. Делай, что должно, Дани. Любой ценой. Финга. Надеюсь, я не слишком поздно. Офицер, нужно быть осторожнее. Адьос. Так, осторожно, Дани. Медик на посту. Thank you.
segura. Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, realeza. No tenemos tiempo para nobleza. Mi gente necesita valentía con destreza, fortaleza. Sigo en defensa de la justicia, masacrando a los que se acerque con malicia. Justicia, salgan todos que empezó la lucha. La revolución, activo todo el que me escucha. Yara, saquen las espadas. Let's go. Yaranos. Máxima matanza, Yara, saquen las espadas, let's go. Yaranos, one, two, three, here we go. Yara, buenas noches. Espada, let's go. Escucha quien llegó, máxima matanza. Sencillo, sienten la voz como un gatillo. Que los clavos no se clavan si no usan el martillo. De quiero defender la isla con arte de pillo. No dejemos. Похоже на этом все. Меня зовут Дани. Как ты там оказался? Меня заперли солдаты. Помоги! Да-да, уже иду! Ты меня развяжешь или как, караха? Пинга! Ты, наверное, Талия. Ходу! Какого... Слушай, можно я его возьму? Нет? Да? Эй, ты! Спасла Максимас Матансас! Самую балдежную группу в Яре! Я сам собирался этим заняться, но никак не мог перестать рыдать. Уйди из дороги. Я бичо, слышь? Я мексиканец! Вытащи меня отсюда! Я знаю, ты слышишь. А ты будешь хорошо себя вести? Не, амор. Убью тебя! О, а я думала, ты хочешь спрятаться, как цикло. А ты хочешь сдохнуть, не увидев Штаты? О, ты крутой! Паоло, как самый настоящий мужик спрятал свою подружку в вонючем болоте. Вот же пута! Конью! Это лишь прелюдия. Ну все, все. Вы слышали о Либертат? Клара Гарсия хочет... Мы были Либертат еще до Либертат. Кто, думаешь, привел Клару на первый митинг, вытащив ее из сраной библиотеки? Мне плевать. Клара знает, нудные речи не убедят яранцев вступить в Либертат. Ей нужен голос. Не парься, Талия гонит, прям как ты. Добро пожаловать в лагерь Максимас! Животные! Эй, народ! Сальдадос больше нет! Все, выходите! Оля! Привет! Будь готова сражаться! Клара, хорошие новости. Максимас Матансас целы, и у них неплохой лагерь. Плохие новости. Им насрать на Либертат. Потерпи, Дани. Они через многое прошли. Нам не победить Кастилью без голоса Талии и выдержки Паула. Тебе лишь нужно им немного помочь. Ладно, Клара. Надеюсь, ты знаешь, во что меня впутываешь. Посмотрим, что она может. Я знаю, что у Паула.
хватает забот в лагере. Ну и мне. Посмотрим, что она может предложить. Это Даник. Дани, чтобы помочь нам. Мне не нужна помощь Клары, Гарсии или Берна. Ну что, Дани? Не боишься испачкать руки? Мы торчим на болоте. Нам нужна любая помощь. Женой в городе и не бояться, что меня повяжут. Рад, что ты ко мне заглянул. Здоров. Ты все равно трепло. Думала, тут будет меньше народа. Они тоже музыканты? Талия ищет тех, кто готов пойти против Министерства культуры. А я слежу, чтобы они не самоубились. Думала, я тут одна недоучка. Папа вел строевую. В семье 5 поколений вояк. А ты что? Вышибли. Папа узнал, что дочь стала, как он сам сказал, уродом. Черт. Вояки не любят трансов. Мне свезло. Талия поймала на краже, но не сдала меня. Парила Деку. Либертат может помочь вам всем. Либертат? Кастильо выиграл. Мы начали протесты. И что толку? Клара пошла играть в партизан, Талию загнали в сраную Академию Маркесы. Пришлось спасать, но теперь я должен. Кому? Бэмби, контрабандисту. Как расплачусь, мы с Талией сразу свалим. Давай помогу Паулу. Давай без подачек. Ладно. А ты что не в армии? Врезала сержанту по горлу. Не надо меня будить. Секунда. Бэмби в церкви. Ты с повстанцами? Я тебя раньше не видела.
Дани, это Талия. Ага, теперь ты хочешь поговорить? Нет, повидаться. Жду тебя в зоопарке у Лоботидора, той самой горки. Если это такая шибанутая свиданка... Живо сюда. И ни слова Паулу. А то он опять потащит меня в болото. Socio. De nada. Нет. Я, по-твоему, телепортироваться умею? Конью, какие мы чувствительные. Только когда меня кто-то раздражает. Буду там, звякну. Талия, я в зоопарке. Отлично. Я на Лоботидоре, колесе обозрения. Ясно. Иду. Камеру надо убрать. Эй, подойди! История повторяется. Моя история. Яру построили рабы, а теперь рабы трудятся над Вивиро. Эль Пресиденте – чертов афроиранец и даже не улавливает иронию. Они взяли невинных людей, которые пришли на наш концерт. Тот, что мы провели в Эсперансе. Во время шоу начался бунт. Министр дерьма в уши Мария Маркеса сунула нас в черный список. А меня закрыли в ее академии. Хотели промыть мозги. Меня спас Пауло. Посоветовал забыть о том, что я там видела. Но я не могу. Там столько людей сидит. Живут в клетках. Спят в собственном дерьме, как я когда-то. Мне их не вытащить. А вот тебе это под силу.
Что скажешь? Я буду наблюдать отсюда. Нужно торопиться, а то будут трупы. Нужно вырубить сигналку. Пленник. Снайпер, вот ты где. Пес. Я супер. Адьос, подкрепление. Спать, Дани. Пора освободить, бедняк. Вас никто не услышит. Бегите же. Спасибо. Я в вечном долгу перед Либертатом. Да брось. Thank you.
вижу офицера. Заперто. Ключи. Сначала нужно освободить пленников. Паршиво. Шустрее. Спаси, ну, бегите же. Я постоянно мастерся, чтобы вы пришли. Или их отправят в лагеря. Thank you.
Бегите! Обязаны тебе жизнь, Раса. Они хотели скормить нас собакам. Грасиас, грасиас! Я хочу повидаться с... Эй, помоги мне! Шустрее! Ну! Спасибо! Нас хотели отправить в лагеря для... Бегите же! Грасиас, адиос! Я думала, что здесь умру. Талия, людей я спасла. Круть, но этого мало. Яранзы должны увидеть злодеяние Кастильо. Увидеть, почему нельзя больше молчать. Здесь повсюду камеры. Записи с них могли бы многим открыть глаза. Блин, да, не точно. Пустим видео в эфир. Бича сделает так, чтобы записи увидела как можно больше народу. Поищу комнату управления. Оу, тише! Все должны быть здесь. Так, вот и записи. Дани, у врага подкрепление. Я еще качаю записи. Они нам нужны. Рухни всех солдат. Уже.
Талия, тут все чисто. И записи у меня. Ясно, почему ты нравишься Кларе. Мария не сможет замять это дело. Не боись, вклад Либертат не останется незамеченным. Я в тебя верю, Талия. Ладно, встретимся у статуи Антона, той, что у главных ворот. Ты увидишь. Оно того стоит. Поверь мне, Дани. Талия, где тебя носит? Глянь, это зебра Антона. Это лошадь в краске. Си, но я прославлюсь. Сфоткай. Ну. Шустрее. Да сфоткай уже, блин. Держи ее. Только попробуй еще дернуться. Вот, сразу успокоилась.